Видновчанка Вера Воронина ежегодно проходит вакцинацию от гриппа и коронавирусной инфекции. Уверена, что такая практика укрепляет ее иммунитет. Я вообще сторонник всех прививок. Значит, моя работа, сейчас я на пенсии, а моя работа вообще была связана с большим приемом больших количества людей. Вот. И я прививалась лет 20 от гриппа. Кстати, когда начала прививаться от гриппа, перестала болеть ОРЗ. Вот удивительно неподтвержденный, наверное, факт, но вот так. В отделении профилактики открыт специальный кабинет для проведения иммунизации, где пациенты могут сделать прививку 10 видами вакцин от разных заболеваний. Делают от гриппа, делают от пневмокока, другие вакцины делают, и кори, и какие вот нужны для работы, гепатиты, Б. В общем, все вакцины у нас, какие в наличии есть, ну, пользуются спросом. Прививочная кампания в муниципалитете стартовала еще в сентябре. Но, как утверждают врачи, вакцинироваться от сезонного гриппа можно до конца ноября. Пациент может посетить врача-инфекциониста или терапевта и далее после осмотра и отсутствия противопоказаний осуществить вакцинацию. Для удобства своих сотрудников многие руководители организуют вакцинацию на рабочих местах. Для проведения процедуры приглашают медицинские выездные бригады врачей прямо на предприятие или в учреждение. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.